tudi malo in stik in pa dovolite. Одиннадцатая глава, стих 51. Арджуна увача. Арджуна увача. Дришта. Дришта. Идам. Ведам. Манушам. Манушам. Рупам. Рупам. Тава. Тава. Саумьям. Саумьям. Джанадана. Джанадана. Идани. Идани. Асми. Асми. Самритаха, Сачитаха, Пракритам, Таттаха, Арджуна увача, Дришведам манушам рупам, Тава саумьям джанардана, Идани асми самрита, сачета пракритим гатаха, Арджуна увача, Дришведам манушам рупам, Тава саумьям джанардана, Иданам асми самрита, сачета пракритим гатаха, Арджуна увача, Арджуна увача, Дриштва, увидев, Идам, эту, Манушам, человеческую, Рупам, форму, Тава, Тава, твою, твою, Саумьям, Саумьям, прекрасную, прекрасную, Джанардана, о покоритель врагов, Иданим, Иданим, теперь, теперь, Асми, Асми, являюсь, являюсь, Самритаха, Самритаха, воспрянувший. Сачетаха, находящийся в сознании, Пракритым, к моей собственной природе, Гатаха, пришедший. Перевод. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О, Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». Комментарий. Употребленные здесь слова «манущим рупам» ясно указывают, что изначальной формой Верховной Личности Бога является двурукая. Отсюда следует, что те, кто насмехается над Кришной, считая его обыкновенным человеком, ничего не знает о его божественной природе. Будь Кришна обыкновенным человеком, разве мог бы он явить Арджуне вселенскую форму, а затем принять облик четырехрукого Нараяны? Таким образом, из самой Бхагавад-гиты становится ясно, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, избивая читателя с толку, заявляя, что устами Кришны говорит безличный Брахман, несет чепуху. Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму и форму четырехрукого Вишну. Как же можно считать его обыкновенным человеком? Чистого преданного все эти ложные толкования Бхагавад-гиты не могут ввести в заблуждение, ибо он знает им цену. Смысл стихов Бхагавад-гиты ясен как день. Они сияют как солнце, и чтобы понять их, не нужно прибегать к услугам глупых комментаторов, пытающихся высветить солнце. Арджуна увача, Дришведам манушам рупам, Тава саумьям джанардана, Иданим асми самвита, Сачита пракритим гатаха.
Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». Шрила Прабхупада в конце комментария так замечательно объясняет, that the original verses of the Bhagavad Gita are just like the sunshine. Что изначальные стихи Бхагавад Гиты подобны сиянию солнца. Or as clear as the sun. Или они чисты как солнце. And there is no need of foolish misinterpreters to take the torchlight in order to point to the sun. И нет необходимости в этих глупых комментаторах, которые подобно тому, что берут факел, пытаясь указать на солнце. What will your torchlight do? Что этот факел сделает? Torchlight you need, there's no light. Факел или фонарик нужен только тогда, когда нету света. The absence of sun, then you need torchlight. Да, когда нету солнца, то тогда нужен фонарик. Flashlight. Или фонарик или факел. But if there's the sun shining, there's no need. Но когда солнце сияет, то в этом нет необходимости. So the verses of the Bhagavad Gita are self-refulgent. Так что стихи Бхагавад Гиты самосияющие. And Srila Prabhupada, in his purpose, he simply extends that effulgence. И Шрила Прабхупада в своих комментариях просто продолжает или распространяет это сияние. Just like because the conditioned souls are so conditioned by material nature. Потому что обусловленные души так обусловлены материальной природой, that they are hiding from the sun. Что они прячутся от солнца. Just like the lizards and other some creatures, spiders, they live underneath a rock or inside a hole. Как, например, ящерицы или пауки, они живут в каких-то норах или под камнями. Hiding from the sun. Они прячутся от солнца. So for those creatures, living beings, it is necessary to bring them to the sun. И вот таких живых существ необходимо выводить на солнце. Otherwise they will not see. А иначе они никогда не увидят. That's the necessity of a bona fide purpose. И в этом необходимость подлинных комментариев. To just point out, here is the sun. Указать, что вот здесь солнце. Here Lord Krishna speaks. Здесь Господь Кришна говорит. Here in these verses Krishna describes himself. Здесь в этих стихах Кришна описывает самого себя. That is necessary. И это необходимо. But there's no need to cover the original message of the Gita. Но нет необходимости скрывать изначальное послание Гиты. By misinterpreting. С помощью ложных спекуляций, интерпретаций. Krishna means black. Кришна означает черный. Black means ignorance. А черный означает невежество. So Krishna means ignorance. Так что Кришна означает невежество. There are commentators, they are writing. They try to explain Krishna that way. Есть такие комментаторы, они пытаются объяснить Кришну таким образом. Krishna means the black, darkness, ignorance. Кришна означает черные невежество и темнота. So, such commentaries we don't need. В таких комментариях мы не нуждаемся. Шрила Прабхупада's purpose is so wonderful. Но комментарии Шрилы Прабхупады так замечательны. They simply enhance the brilliance of the original Bhagavad Gita verses. Они просто усиливают сияние изначальной Бхагавад Гиты. So here it is mentioned that after Lord Krishna revealed his universal form. Здесь упоминается, что после того, как Господь Кришна показал свою вселенскую форму, then again he showed his chaturbhuja. Затем он вновь показал свою чатурбхуджу. Then after revealing his chaturbhuja, then his dvibhuja. Потом, после того, как он показал чатурбхуджу, он показал двибхуджу. So both the four-handed form of the Lord and the two-handed form of the Lord, they are considered to be human-like. Обе формы, четырехрукая и двурукая форма Господа, считаются человекоподобной. Because when Lord Krishna performed his transcendental pastimes with the Yadus,
Потому что когда Господь Кришна проводил свои трансцендентные игры в семье Яду, He also sometimes performed those pastimes in his forehead. Он выполнял некоторые из своих игр в четырехрукой форме. But primarily with his two-handed form. Но в основном в двурукой форме. So that is considered to be the original form. И это считается изначальной формой. The human-like form. Форма, подобная человеку. So even in the Bible it is mentioned that what is that? That the human being is made after the image of God. Даже в Библии есть такое высказывание, что человек создан по образу и подобию Бога. So that indicates that the form of God must be like our form. Это указывает на то, что форма Господа должна походить на нашу форму. But of course it doesn't consist of the material elements. Но, конечно же, она не состоит из материальных элементов. It is a completely spiritual form. Это полностью духовная форма. And that form is complete and perfect in itself. И эта форма является полной и завершенной самой в себе. The Purnam Rupaha. Purnam perfect form. Совершенная и законченная форма. Even as a child, Lord Krishna enacted pastimes which are only possible for the Supreme Personality of Godhead. Даже в своем детстве Господь Кришна выполнял такие игры, которые только лишь возможны для Верховной Личности Бога. Even as an infant, he does not lose his identity as the Supreme Lord. Даже как младенец, он не теряет своего тождества как Верховного Господа. That we have seen. When Lord Krishna was just 7 days old, это мы могли видеть, что когда Кришне было 7 дней, he killed a gigantic demon like Putana. Он убил гигантскую демоницу Путану. How is this possible? Как это возможно? For a small child. Для маленького ребенка. 7 days old. Которому 7 дней. Even a mystic yogi would have a hard time to display such a feat. At the age of 7 days. Даже мистические йоги бы, это было бы для них большим затруднением совершить такой подвиг в 7 дней. Then 7 years old, he lifted gigantic hill. Когда ему было 7 лет, он поднял огромный гигантский холм своей рукой, левой рукой. Govardhan hill. Холм Говардхан. How is that possible? Как это возможно? Even Queen Kunti, she states. It is bewildering. Даже царица Кунти говорит, что это сбивает с толку. Although you are unborn, yet you seem to take birth. Хотя ты не рожден, но так кажется, что ты рождаешься. And although fear personified is afraid of you. И хотя сам олицетворенный страх боится тебя. How come that you